Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Мы с Сахарком приехали в ветеринарную клинику. У нас есть такая небольшая проблема, которой мы уже достаточно давно занимаемся. И, кстати, я знаю, что у многих собачек такая проблема, но вот у меня были другие собачки, тоже периодически возникает. Поэтому, а у кого есть животные, то, может быть, будет интересен этот выпуск. Будем решать этот вопрос. Вот видите, у нас здесь на глазах вот такие темные следы остаются. Вот это вот еще мы помыли, а так они еще темнее. Мы уже ходили к нескольким врачам. И капли, и мази, и диета. Положение, что это может быть аллергическое. Вот, и наш ветеринар в Александрове направил нас в Красноармейск, где мы сейчас находимся. Хорошую очень клинику, ну и заодно с вами там побываем. Кстати, мне уже в комментариях в Телеграме, где я написала, что мы едем в Красноармейск в клинику, несколько человек написали, мы из Красноармейска, у нас потрясающая клиника, вам там обязательно помогут. Так что пошли, пойдем, Сахарок, пошли. Никаких на глазах, ничего, поэтому как-то оно без изменений, как было, так осталось. Что-то там приглушивается или вот так, какие-то другие моменты, его, мне кажется, эмоциональные такой окраски он только иногда. Нормально, так должно быть. Молодец, все хорошо. Хорошо. Мы сейчас тебя немножко посветим. Я сюда прошу, если можно. Вы можете прям подвинуться и чуть-чуть придержать. Ну, да. Сбежать молодец. Давай, пацан. Давай. Давай. Да, молодец, я хорошо. Молодец, хорошо. Ты хорошо, глазки, да, глазки. Глазки, да, глазки. Молодец. Ну, вероятнее всего, значит, у нас вот это вот повышенное слезотечение, оно связано с достаточно таким выраженным ростом волос во внутреннем углу глаза. Вот, то есть эти волосы, они не контактируют с глазом, они прямо совсем небольшие, вот, но они есть, и они провоцируют повышенное слезоотделение. Вот. И в результате этого у нас, то есть волос контактирует с конъюнктивой, глаз это понимает, пытается сам себя смазать и продуцирует больше слезы, чем может отвести носослезная система. Вот. Так, идти второй человек. И давай, глазки. Глазки, ну ладно, еще было. Глазки. Молодец. Да, хорошо, глазки все хорошо. Молодец. Сделали уже, мы сейчас закапываем краситель. Мы 3 минуты подождем для того, чтобы понять, куда они попадают, куда не впадают. Давай, глазки капать. Молодец. Чуть-чуть выше. Кстати, ты такая терпеливая собака. Да, ты молодец. Не подожди. Будет подарочка, да, будет подарочка. Будет подарочка. Еще и хвостиком вели. Нет,
Точно так же. Сначала один глазит. Светится. Да, будут светиться глаза. А сейчас он плохо видит, да? Нет. Нормально? Ну, да, это никак не влияет на зрение. То есть краситель, он в норме, с поверхности глаза просто скатывается. И он никак не щипит, он сейчас с поверхностью глаза ничего не чувствует. Да, посмотрим глаз. Посмотрим. Рот откроешь? Да. Открывай рот. Нет. Ну да. Давай. Скажи, еще и рот вам в глаза. Так, все, убираем. Мы закрываем рот, убираем рот один глаз. Ты молодец. Хорошо, глазки. Ага. Образцы вопрос. Собака с хорошей психикой. Да, да. Все-таки лаки мы редко такое встречаем. Да, ну это образцово показательная собака. Да, да. Так, сейчас мы будем глаза промывать, такая не самая приятная процедура. Хорош сидеть. Ну, она пока лучше сидеть или лежать? Ну, да, как вам удобно. Если он посидит. Там лежать. Да. Все, глазки надо, глазки промыть. Так, глазки. Все, хорош, глазки. Ой, это молодец какой. Это что за собака такая? Да, молодец. Да. Помоем глазки, да. Помоем, умываться. Надо умываться, все хорошо. С вами я не видел. Приятное дело. Умываться, что глазки надо помыть твои. Умываться. Так. Вот очистился, видишь, это глаз очистился. Значит, в течение где-то 4-6 часов вы можете наблюдать еще остатки зеленого красителя. Они ему никак не мешают, там не щипят, на зрение не влияют. Вот он его там вымывать никак отдельно не надо, он сам со стыжой промывается. Вот, сейчас мы еще раз посветим глаз. Значит, проведем тест на проходимость на слезных каналов. Что такое измеряет? Это измерение внутриглазного давления. Так, что у нас иногда, что ли? Ага, все, отлично. Так, значит, нам сейчас самое неприятное осталось. Это, ну, мы не, даже не промоем, а проверим проходимость настроенных каналов. Значит, дело в том, что вот трубочка, по которой слеза из зрения попадает в нос и в рот, она имеет несколько выходов. Вот один из них — это в области крыльев носа, то есть недалеко от выхода из ноздрей. А второй выход, он может открываться глубоко в гортань. Вот. И то есть та часть красителя, которая там у некоторых животных попадает в нос, там, без применения там избыточного давления, вот, она может не попадать в нос, а попадать глубоко в гортань, и мы ее из-за этого с вами не видим. И то есть вот этот вот тест с красителем без применения там давления, он ну, не совсем что ли является определяющим, да? То есть если мы видим, что краситель проходит при закапывании в нос, это хорошо. Если не видим, мы пока никакие выводы не делаем, мы проводим второй тест. Ну, то есть у нас есть такая определенная последовательность. В просвет канала и смотрим,
проходит он в нос или нет. Если проходит, ну, значит, это такое слезотечение, которое не нужно лечить как-то. Это, да, условно говоря, трубочка со специально затупленным, да, концом. Да. То есть это не... Вон, отец сахарок, да, да. Молодец. Молодец, да, сахарок, молодец. Так, а можно было чуть-чуть опустить? Вот и хорошо, вот все хорошо. Ну, то есть раствор потек из носа, это говорит о том, да, что с каналом, да, все, да, в порядке, да? Да, да, да. То есть, ну, значит, вероятнее всего, все-таки здесь... Это волосы. Да, значит, смысл заключается в том, что у нас вот эти вот волосы, которые... ну, видите, он даже закапывается, потому что и в гортань тоже попадает, а раствор соленый, физиологический раствор хлорида. Вот, значит, смотрите, скорее всего, это слезоотделение является результатом роста волос. Вот, так как этот рост волос, эти волосы, они у нас контактируют не с поверхностью глаза, а вот с тканями, которые окружают глаз с внутренней стороны, с конъюнктивой, я бы не рекомендовал вам это лечить. То есть это исключительно, так сказать, особенность. Да, 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 косметическая особенность, что у него есть вот здесь вот такие дорожки и не более того. Потому что ни внутри глаза, ни на поверхности глаза мы признаков воспаления не наблюдаем. Вот. То есть у нас поверхность глаза целая, там на ней ничего не прокрашивается, травм, как вот вы предполагали, там никаких нету, и, ну, судя по состоянию глаза, не было. Вот. И следующий момент, вот когда мы только закапали краситель, у нас вот этот вот краситель, он начал выходить именно по росту волос. То есть волосы, они пропитывают себя и как фитилек выводят слезу вот на эту сторону. Вот и все. То есть, ну, здесь... Особенность такая. Да, такая особенность, поэтому я бы, конечно... Просто промокнул. Да, периодическая гигиена глаз, там, там, ну, опять же, все зависит от того, сколько, как это сильно, да, выделяется и так далее. Значит, когда нужно более внимательно относиться к глазам, это если образуются какие-то корочки вот здесь, значит, они могут вызывать под собой дерматит. Вот. И, конечно, тогда глаза нужно промывать почаще. Следующий момент. Почему они имеют коричневый окрас? Многие владельцы думают, что там это кровь какая-то или еще что-то. Нет, абсолютно не так. Дело в том, что в слизи есть пигменты порфирины, которые на воздухе окисляются до коричневого цвета просто. Это такой же эффект, как если яблоко откусить и поставить. Оно тоже станет коричневым. Вот здесь прозрачная слеза через какое-то время начинает окрашивать волосы до коричневого цвета. Вот и все. Верно? Угу. И, в принципе... У тебя пустят сахарок. Пойдем с тобой. Ну, ты меня, конечно, удивил своим поведением хорошим. Вопросом. Да, и хвостиком, скажи, я еще виляю, да? Разговаривай. Ты тоже думаешь, что тебе ничего такого не сделают. Да, пойдем, пойдем. Скоро пойдешь, да. Пойдешь ты, да. Да, все, это все, же все, хорошая собачка. Сейчас еще зубы посмотрим. Давай, короче, зубы смотри. Последний рывок. Сиди, зубки, да, показывай. Вы прям сильно пока не открывайте. Ага. Ну, у нас есть налет, вот этот вот. Да. Вот. Значит, а он дается вам зубы чистить? Да. Ну, он мне дал, если бы я не чистил. Значит, смотрите. Конечно, в перспективе вот такой вот налет, вот особенно, он может являться предрасполагающим для образования зубного камня. Вот. Зубной камень – это такая история, которая вычищается только под анестезией, седацией. Значит,
я вам сейчас назначу чистить зубы, если там несколько раз в неделю будет получаться, это хорошо. И плюс я вам назначу пищевую добавку, которую можно добавлять во влажный корм, и она вот этот вот налет способна немножечко это сделать мягким, и он легче щелкой счистится. И тогда есть высокая вероятность, что вы длительное время обойдете без чистки зубов полнокровно. А так отлично. Такие должны быть. А пойдемте, мы его сейчас с вами взвесим. Да, место. Не волнуйся, все. Ваш 28,3. Все, можно слазить. Пойдем. Пойдем в кабинет обратно. Или ты не хочешь? Все. Сейчас, дядя, спасибо. Ну все, нам помогли. Значит, в результате, как вы видели, ну, вообще, давайте для начала. Поставьте лайки героической собаке. Мне кажется, Сахарок вел себя просто выше всех похвал. Мне кажется, человек так не будет себя вести, когда ему в класс там чем-то лезет. Вообще. Вот. Ну, в общем, в результате нам промыли этот слезный канал. Это было как бы одновременно как и исследование, и как бы как промывание. И, в общем, в результате выяснилось, что слезный канал у нас работает, и то, что у Сахарка, это от того, что, ну, грубо говоря, у него реснички там внутри растут, они раздражают слизистую. Вот, еще мы заодно зубки проверили и сказали нам чистить зубы и добыть пищевую добавку. Назначили, которая добавляется в еду и способствует размягчению вот этого налета. Ну, в общем, все, здоровы. Вот, спасибо, что были с нами. Если интересно, если какие-то более конкретные вопросы, приходите ко мне в телеграм-канал, там я бывает и голосом отвечаю, и какое-то более тесное общение. Вот. И здоровья всем нашим. Ну а мы поехали.